Пугачевой. Тогда же по опросу в ЦИОМ сестры Толмачевы вошли в список самых популярных россиян. А это Настя и Маша сегодня, заметно повзрослевшие, настоящие звезды эстрады. Правда, в семейном кругу, рядом с папой и мамой, это все те же девчонки. Как и 8 лет назад, они вновь готовятся выйти на главную музыкальную сцену Европы. Только теперь уже взрослую. Что будут петь, держится в строжайшем секрете. Известно только, что распеваются сестры под композицию Ани Лорак. Ты только посмотри, что я прячу внутри. Это жаркое пламя. С неба в небо я все мосты сжигаю и улетаю. Yeah.